Всем привет, ребят, с вами Ярик Плей. И не так давно я пытался победить Чико Хикса на средней сложности в тачках 3. И знаете, я понял, это как-то трудно. Вау, я завалил семерых. Так. Черт. А, все, вы меня достали, так. Сейчас я вас приколошмачу всех. Вот так, вот так. Стоп, что? Это что было? Так, валим всех. Валим всех. Так, не получилось тут. Воу. Воу! Отлично! За полторы минуты мы уже уничтожили где-то треть. Так, Ярик Плейзол! Ох, мы половину завалили. Серьезно? Так, надо поспешить. Надо реально поспешить. Бум! Черт, я начинаю сдавать позиции. Как я на бомбочках-то всех, а? Отлично. Идеальное попадание. Прям яблочко. Так. Опа! Ах ты ж! Нет! 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 Вы черти! Вы меня пригрохнуть решили, да? Ребят, мы можем и не успеть. Хотя, мы успеем, ребят. Или нет, или да. О, самая яркая звезда гонки на вылет. Отлично. Чик Хикс доступен.
Chicks Picks with Chick Hicks, and I'm your host. Обалдеть. Так, что будем проходить дальше? Испытание, лучший круг. Боевой заезд. Гонка. Давайте в лихих заездах. Спринт по природе Хартленда. Чика Хикса возьмем как раз. Ага. У нас здесь зреет буря, как в небе над Харлендом, так и на трассе. Что-то мощное на горизонте, друзья. На этот раз участники не рвутся к финишу. Победит тот, кто наберет больше всего очков, выполняя прыжки, перевороты и прочие трюки, которые только придут на ум. Серьезно? Я приземлился на метро? Так. Да ладно вам, я не лидер. Конечно, я не лидер. Я же не собирал вот эти шарики. Так. Тихо. Ого. Вот это я трючки поделал. Воу. Вы серьёзно? Среднюю сложность, ребят. Мне средняя сложность реально не по силам. Дайте нормально за Чика Хикса погонять. Да мне плевать, что там говоришь, Дарл Картрид, комментатор. Ну, конечно же, я лидер. Низкая сложность для меня слишком легкая. Средняя сложность для меня слишком тяжелая. Это просто невозможно. Ах, черт. Ничего из этого не получилось. Не, ну, я не знаю, сделали бы хотя бы 4 сложности в игре.
Очень легкая, легкая, средняя и сложная. Чтобы легкая сложность была посложнее. А очень легкая была где-то вот такой вот. Конечно, я первый. Как всегда. Уи! Я хочу делать все 4 выкрутаса сразу. Получится ли? Получилось. Парад трюкача у меня. Или что там было за ачивка у меня? Уии! Так. Мне, ребят, если честно, на лайки уже плевать. Под роликами я просто хочу допройти этот сюжет. Так, я еще успею чуть потрюкачить. Успею. Ой. Но все равно первый. Новая медалечка, которая ничего мне не принесла даже. Господи. Надо посмотреть в зал славы, где у меня меньше всего выполнено ачивок. Так, 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 так. Езда. На двух колесах в течение 10 секунд. Так, ага. Я запомнил. А вот этого я не сделал. Так, ну, я запомнил вот это. Хотя бы эти две медальки мы выполним. Еще один. Так, лихой заезд. Не помешает. Да какая средняя, черт? За Бобби Вжик сыграю, пожалуй. Вот тут показывают про эту игровую площадку Томасфиля. Ну а тут испытания есть. Может, засниму ролик по ним. This will be one of the most unforgettable. Есть! Я заполнил! Я заполнил все полностью. Так, а теперь, ребят. 10 секунд мы должны вот так вот. Вау! Мы это выполнили? Нет, я так и не понял. А. Так, я на третьем месте. Нужно исправлять. Опа. А вот и вторая медалька. Да, я запомнил, что тут надо делать. После езды на двух колесах нужно было прыгнуть и сделать не менее двух разных трюков.
Опа! Давайте-ка ускоримся! Вау! Вы серьезно? Вот это я! Вот это я трюкач сделал! Я постепенно начинаю тут осваиваться. Ау, я думал, я нормально приземлился, ну окей. Уи! Да уж, скоро новый сезон Fall Guys. Я думаю, это здорово. Так. Так. Опа, выкрутасики! Вот это я тут понаделывал. Рекламный ход. Немного медалей, и я думаю... Гран-тур по Италии. Доктор Скрежет? Обалдеть. Много всего мы открыли, ребят. Ну что ж, ребят. Не забывайте ставить лайки под этим роликом, подписываться на канал. Надеюсь, я скоро пройду этот сюжет. Скоро нас ждет финальная битва с Джексоном Штормом. Ну что ж. Всем удачи и всем пока. Может, я попрохожу другие различные гоночки между сериями, чтобы ускорить процесс. Ну и что ж, на этом все. Всем удачи и всем пока.